Добрый день, друзья. А сейчас минутка правды про нас, мужчин. Про нас, мужчин, и про них, женщин. Мы, мужчины, привыкли оценивать женскую красоту примерно так же, как мы оцениваем красоту автомобилей. Ровно по тем же правилам. А именно, нет никаких правил. Кому-то нравятся худые, кому-то нравятся полненькие, кто-то обожает высоких, а кто-то без ума от крошек. Ровно так мы подходим к оценке внешности автомобилей. Но знаете, даже в таком мире разнонаправленных мнений существуют определенные канонические внешности. Эталоны автомобильной красоты, если хотите. И вот ровно с таким эталоном, точнее, с его новым поколением, я и познакомлю вас в этой программе. И это как раз он и есть, совершенно новый Audi A7. Вы знаете, если и когда будет устроен вселенский конкурс автомобильной красоты, грации и элегантности, совершенно железно, это четырехместное купе войдет в число финалистов.